Шесть лет назад Международный олимпийский комитет в Гватемале объявил Сочи столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Сегодня Сочи не только олимпийский город, но и конкурентоспособный международный туристический центр. А вся страна готовится к эстафете Олимпийского огня, которая станет самой масштабной, охватив более 200 городов России. Рассчитан самый длинный маршрут за всю историю игр – более 65 тысяч километров. Это позволит принять участие в мероприятии максимально большому количеству россиян. На территории Зауралья Олимпийский огонь пробудет в течение двух дней. В первый день торжества пройдут на улицах Кургана, на следующий огонь побывает в Шадринске. Среди факелоносцев будут известные зауральские спортсмены. Почувствовать тепло Олимпийского огня зауральцы смогут в декабре этого года.